Хлеба даже нету дома. Ой, ребят, стучать не буду, сейчас невозможно. Мне так почки заболели. Сама виновата, видите? Не знаю, то ли я кофе с молоком. Я на молоко тоже у меня реакция. Я потом, если я стакан молока на ночь выпью, все, я бегаю. Не знаю. Я еще это... Ой, Господи. Я окно открывала два и лежала, телевизор смотрела. Может, и без колготок. Может, из-за этого, не знаю, ребят. Вы там не говорите какие-то уколы, девки, уколы. Надо в больницу идти, уколы. У меня не первый раз, мне почки постоянно болят. Уколы какие-то. Вот. Чё я раньше встала, ребят? Каши хочу, не могу. Я вчера каши ела, не помню. Сейчас Лёсик приедет к 12 часам. Надо это посуду, пойду там три тарелки вымою. Картошки почистить, потолку или не знаю как, и на стол нарезать. Вот днем молоко, ладно, вот с кашей, но если я стакан вечером выпью, то... Время 7 часов. Встала в 6, лежала. Ну, сейчас ничего. Не так уж, как вчера. Я и спала, и это вчера вообще... Кофе хочу, тоже с молоком сделала. Сегодня никуда не пойду, Лёсик же приедет. Девки, еще ноги болят. Вот я находилась вчера. Ой, не могу, ноги вообще караул. Завтра надо идти. Палку возьму. Ой, какая каша вкусная, я люблю ее. Три татушки. У меня почки давно болят. Три тата. О, видите? О. Сейчас в ванну схожу, колготки одену, носки одену шерстяные. Ой. Девки, я хочу сказать, ночью холодно, что-то дома было. То ли мне, может, трясло. Ой, это мне сосед подарил, девки. Мальчик. А как его звать-то? Со второго этажа Танькин, трое детей у нее. Он был маленький такой, его, мне нравится, как он матом ругается. А сейчас он подрос. Такой серьезный стал, подошел ко мне, а наклеил мне, не знаю, как, Илья, нет, забыла, девки. Я говорю, а что ты со мной матом? А мне так нравится раньше, как он со мной матом, ну, ты ребенок был. Я говорю, а что ты матом, ты не будешь со мной ругаться? Он не...
Да, наклеил сам мне. Я вам, говорит, подарю. Наклеил. А я не знаю, что это такое. Говорит, мне магните дали. У него много таких. Отец его забирал с сада, шел ко мне, подошел. Вот видите, они маленькие знают, ругаются, а когда уже, да, он такой, это, рослый такой стал. Ой, ну интересный. А что, говорю, со мной матом ты не будешь? Слушай, как его звать-то? Какое-то имя? Илья, что ли? Ой, сейчас спрошу. Ой, ну интересный малый. А прямо серьезный стал, прямо. Мать его в магазине работает там, у городе. Сколько времени-то? Хлеба нету. А сколько времени, что часы там сбиты? Это завтрак я даже не показала вам. Я вчера тикток-то я убрала, но что мне не, я не пойму, только телефон-то еще. Олеся сейчас приедет, посмотрит, у меня есть как его скачивать. Сколько градусов? Да. Ой, девки, не могу.
Соседки, наверное, плачет ребенок. Ой. Ну, грудной ребенок. И это тоже маленький сынок у нее. А это девочка. Три татушки. А сегодня что у нас? Суббота. 7:00 утра. Куда все едут? Я не знаю. Раньше рано утром вставали, на рынок ездили. Помните, на Барахоловку. А сейчас куда они? Вот, смотрите, в 7:00 утра. Обувь сегодня не буду убирать. Зимнюю, там еще осенние два пары. Завтра или понедельник, пускай. Я сейчас пощупал. Вроде... А, эти, сушилку посмотрела. Ну, надо нормальную сушилку, а это и это для обуви. Ну, пускай вот это вот стоит. Ой, блядь, не могу. На гардероб надо ставить. В коробку все на гардероб поставлю. А внизу, пускай сейчас все лето просушивается внизу. Все протру. И пускай просушивается гардероб внизу. Да толку, что просушивается. Сами знаете, общежитие есть общежитие. Ладно, ребят, давайте я сейчас пока делаю дела. Через силу не могу. И ноги ноют. Вот я находилась. А, сейчас я забинтую их. Сейчас я забинтую. Ноги ноют вообще. С непривычки. Соседка вчера обратно поздно пришла. Сидели, сплетничали. Не с привычки. Палку возьми, с палкой ходи. Ой, это вообще. Сейчас они худые такие. Но ноют. Икры ноют. И впереди вот этот подъем. И так легкие ботинки одела, такие вот. Еще это, она сказала, когда пойдешь, завтра носок одень, вот этот медицинский. Все равно ботинки одеваю, влезет же, правильно? Она говорит, попробуй сперва. Влезет ботинок. Да должен. Одену медицинский, буду ходить. И сейчас в ванну схожу и ноги забинтую бинтами. Прям ноют вообще уже. Че, сколько градусов полезла и не посмотрела. Вот я чучундра. +5. Ой, ну это... Смотрю, солнышко уже выходит. Ох.
Невозможно, невозможно. Пойду я в ванну. Тулёсик приезжает, у нас любовь с ним. Да, и мне не жирно, завидуйте, что бабку беззубую будут муси-пуси. Ой. Пишут, девчонки, ну не надо мне там про уколы, тебе помогают. Но перед тем я не буду, я знаю про эти уколы. Я что, буду колоть, врезить себе? Это надо в больницу идти. Че я пойду, если я знаю, что у меня с почками три татушки? Ой, распускается как сильно. Чё я клоунчу? Ладно, ребят, давайте, зайки мои. Как приедет, там включим трансу. Ну, эфир включим, он своего, я своего. Ждите.